Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема сегодняшней нашей лекции – противотуберкулезные и противоспирохетозные средства. Противотуберкулезные препараты – это препараты, активные по отношению к палочке Коха. Большинство противотуберкулезных препаратов оказывают бактериостатическое, а не бактерицидное действие. Препараты не оказывают воздействия на туберкулезные микобактерии, находящиеся в инкапсулированных очагах козиоза и кавернах с выраженной фиброзной стенкой. Так как козиоз и фиброзная ткань лишены кровеносных сосудов, по которым препараты могли бы проникнуть в очаги поражения. Общие принципы химиотерапии туберкулеза. Первое. Синтетические средства – это средства узкого, собственно, противотуберкулезного спектра действия. Антибиотики – средства широкого спектра действия. Второе. Чаще всего противотуберкулезные средства оказывают туберкулостатическое действие. Отдельные средства при высоких дозировках и длительном применении могут оказывать туберкулоцидное действие. Это касается изониазида, рифампицина, стрептомицина и циклосерина. Третье. К противотуберкулезным средствам достаточно быстро развивается устойчивость микобактерий туберкулеза. Поэтому в процессе химиотерапии необходимо комбинировать средства из всех трех групп. Четвертое. Противотуберкулезная химиотерапия ведется длительно. Это делает необходимым тщательный учет нежелательных побочных действий и их коррекцию. Изониазид. Спектр действия – внутриклеточные микобактерии туберкулеза и возбудитель проказы. Механизм действия нарушает синтез миколевых кислот, являющихся важнейшим структурным компонентом клеточной стенки микобактерий туберкулеза, угнетает синтез нуклеиновых кислот. Тип действия туберкулоцидный, показан при всех формах туберкулеза. Побочные эффекты. Нейротоксичность на центральную нервную систему. Наблюдается психостения и снижение порога судорожного реагирования. На уровне периферической нервной системы наблюдаются полиневриты. Для преодоления нежелательных побочных действий изониазида на нервную систему применяют препараты группы В. Нарушается функция печени и почек. Изониазид противопоказан при эпилепсии, почечной и печеночной недостаточности. Следующий препарат – это этамбутол. Механизм действия подавляет синтез нуклеиновых кислот, особенно РНК. Тип действия туберкулостатический, показан в всех формах туберкулеза при устойчивости к препаратам первой группы. Побочные эффекты – нейротоксичность, могут наблюдаться невриты, поражение зрительного нерва, нарушение функции печени и почек. Противопоказаниями к применению этого препарата являются нарушение зрения и гепатиты. Следующий препарат – это циклосерин. Механизм действия нарушает синтез клеточной стенки за счет структурного сходства с D-аланином. Угнетает активность ферментов D-аланин-рацемазы и D-аланин-синтетазы. Нарушает образование дипептида D-аланил-D-аланина, необходимого для построения клеточной стенки бактерий. Тип действия бактерицидный. Показания. Туберкулез назначает внутрь в сочетании с другими противотуберкулезными средствами. Второе – острые инфекции мочевыводящих путей нетуберкулезной этиологии. К побочным эффектам относятся со стороны центральной нервной системы психостения, снижение работоспособности, деменция, бред, психоз с суицидальными попытками. Второе – влияние на периферическую нервную систему. Могут наблюдаться полиневриты. Для борьбы с этим используются препараты группы В, В1 и В6. Также могут наблюдаться застойная сердечная недостаточность,
со стороны крови мегабластическая анемия, а также могут наблюдаться аллергические реакции. Противопоказаниями является почечная недостаточность, заболевания центральной нервной системы. Следующий препарат – это натрий параминосалицилат. Механизм действия – конкурентный антагонизм с параминобензойной кислотой, необходимый для роста и размножения микобактерий туберкулеза. Тип действия – бактериостатический, показан при всех формах туберкулеза. Побочные действия – ульцерогенное действие, нарушение функции печени и почек, также аллергические реакции. Циоацетазон. Механизм действия образует хелатные комплексы с ионами меди. Характеризуется весьма низким темпом развития устойчивости возбудителей туберкулеза. Показан при внелегочной туберкулезе и при лечении проказы. Побочными эффектами являются со стороны крови угнетение кроветворения, поражение печени и почек, диспептические расстройства и аллергические реакции. Так, комбинированные противотуберкулезные препараты. Двухкомпонентные, состоящие из рифампицина и изониазида. Трехкомпонентные, они содержатся в составе рифампицин, изониазид и пиризинамид. Четырехкомпонентные состоят из рифампицина, изониазида, этамбутола и пиризинамида. Рассмотрим противоспирохетозные средства. Противоспирохетозные препараты – препараты, активные в отношении сифилиса и других спирохетозов. Антибиотики пенициллинового ряда являются противоспирохетозными антибиотиками выбора. Предпочтительно использование пролонгированных форм. В ряде случаев при использовании ритарпена и эксенцилина можно ограничиться всего одной инъекцией. Непролонгированные препараты, бензилпенициллин, назначаются в очень высоких дозах по 1 миллиону единиц 6-8 раз в сутки без ночного перерыва. При непереносимости антибиотиков выбора назначают антибиотики резерва. Также применяют препараты висмута. Биохинол – комбинированный препарат, в составе которого содержится висмут, йод, хинин, персиковое масло. Механизм действия этого препарата заключается слабой избирательностью действия, но при больших концентрациях блокирует сульфагидрильные группы циоловых ферментов спирохет. Тип действия статический. Не всасывается из желудочно-кишечного тракта, вводится только внутримышечно. Также при лечении сифилиса применяют препараты мышьяка. Механизм действия блокирует сульфагидрильные группы циоловых ферментов спирохет. Тип действия статический. Асорбон используется как средство местной терапии в форме вагинальных суппозиториев. Применяется для лечения сифилитических поражений влагалища, а также для терапии трихомонадного кольпита. Спасибо за внимание.